Иди за мной, Гарри, ты даже не знаешь, что я нашел. Привет, Гарри! Собери все бобы Берти Ботта, но остерегайся скачущих луковиц. Так ты можешь потерять бобы. О, Гарри, тебе не удалось... Привет, Гарри, собери все бобы б... Хорошо, Гарри, ты собрал все бобы Берти Ботта. За это ты получаешь карточку известных ведьм и магов. Морган Ле Фей. Морган Ле Фей. Это вход на поле Квиддич. Но таким новичкам, как мы, не разрешается здесь играть. Я слышал, что иногда они делают исключения, но только для самых лучших учеников. А вот и Невилл. Он выглядит расстроенным, надо с ним поговорить. Малфой похитил мои заметки. Вместе с ними он убежал в школу. Эти заметки мне нужны, чтобы найти жабу. Помоги мне! Я покажу, куда он убежал. Значит, Лонгбот там тебе все рассказал, и ты хочешь, чтобы я отдал тебе его драгоценные заметки? Думаю, я оставлю их там, где Лонгбот там сможет их забрать. Как насчет дерева? Думаешь, ты можешь меня поймать? Давай, Гарри. Тебе лучше остерегаться моих напоминателей. Ha ha ha!
поломал мою метлу, Поттер. Можешь их забрать, они все равно мне не нужны. Ты нашел мои заметки. Спасибо, Гарри. Теперь я смогу найти мою жабу. Теперь я вспомнил. Я оставил три вора возле класса трав. Там есть растения, которые он ест. Мистер Поттер, я профессор МакГонагал, директриса школы Хогвартс и глава рода Гриффиндор. Хотя я не одобряю того, что вы преследуете Малфоя, следует признать, что вы отлично летаете на метле. Обычно ученики на первом курсе не принимают участие в квиддиче, но для вас мы можем сделать исключение. Отправляйтесь на поле квиддича. Вскоре начнется ваш первый матч против рода Хаффлпафф. О, ты будешь играть в квиддич, к тому же еще следопытом. Хотел пожелать тебе удачи, Гарри. Все говорят о том, что ты станешь следопытом, Гарри. Ты станешь самым молодым следопытом в школе Хогвартс. Как только я услышал об этом, я поспешил сюда, чтобы первым тебя поздравить. Я верю, что ты первым поймаешь ябеду. Я надеюсь. Добро пожаловать! Я ваш комментатор, Ли Джордан! На поле для квиддича имеется трое ворот с каждой стороны. Охотники бросают квафл и стараются провести его через кольца. Остерегайтесь напоминателей. Это магические шары, которые стараются сбить вас с метлы. Два бипера каждой команды пытаются убрать их. Новым следопытом команды Гриффиндор стал Гарри Поттер. Ему следует найти и поймать снитч. Знай, когда появляется снитч, он выпускает кольца, которые помогают следопыту лететь быстрее. А вот и Поттер. Блеск золота, может это снитч? Поттер заметил снитч. Поттер делает последний шаг. Поттер играет. Поттер отстает. Посмотрите на него. Поттеру повезло. Поттер уже рядом. Показался следопыт Хаффлпаффа. Просто чудесно! О, почти рядом! Замечательно! А вот и напоминатель! Поттер лидирует! Поттер теряет контроль! О, почти рядом! Пора уклоняться. Я еще такого не видел. А вот и напоминатель. Поттер идет за ним. Отлично, Поттер поймал снитч.
Оу, да это же легендарный мистер Гарри Поттер. Запомни мое имя, я профессор Снейп. Я знаю тебе все, парень. Ты держишь в своих руках книгу из библиотеки. Ты должен знать, что выносить книги из библиотеки нельзя. Я просто заберу ее, спасибо. Как только я найду пропавший мозг ленивца, мы начнем первый урок по изучению снадобий. Эй, это часть карты. Постой, похоже, ее нарисовали Фред и Джордж. На карте указано, где находится секретное место. Интересно, может оно за этой старой ржавой дверью? На карте написано, что для открытия двери нужно магическое слово «Алахамора». О, смотри, я открыл эту ржавую дверь. Ладно, посмотрим, куда она ведет.